Мерный гул насосов, извивающиеся агрегаты из труб разных диаметров, объемные баки, вентили, задвижки, счетчики. Именно так выглядит один из участков, за который отвечает аппаратчик химводоочистки энергоцеха Молдавского металлургического завода. Здесь у нас все начинается. С воса у нас подается вода. В данный момент у нас сейчас работает насос на хозяйственно-питьевые нужды завода. Мы набираем водонапорную башню. Когда она у нас будет полная, мы его отключаем. Через пару часов у меня будет необходимость включиться для подачи своих нужд, для распределения всей остальной воды по заводу, на химбаки, на ГВС. Мне надо будет включить осветитель работы. Это только на первый взгляд кажется, что участок химводоочистки вспомогательный. На самом деле он один из важных, потому что питает завод водой, без которой производство остановится. Здесь вода обрабатывается, проходит известкование, коагуляцию, осветление. Это все делается для того, чтобы обеспечить завод непрерывным производством, как в СПЦ для охлаждения, как на КОГВ для подачи, тоже на СПЦ, на прокат, так и для нужд котельной, на отопление, на горячее водоснабжение. В общем, без воды никак. Вот уже 15 лет Людмила отслеживает оборудование, контролирует качество воды и следит за процессом ее химической очистки. За это время она не только подружилась со всеми агрегатами и оборудованием на своем участке, но и успешно проводит необходимые анализы воды. Здесь мы контролируем сам процесс преобразование питьевой воды в химочищенную. Здесь мы делаем щелочность, жесткость. В данный момент у нас регенерация. У нас вышел фильтр. Регенерация вот сделана. Жесткость у нас допустимая. Мы его можем отключать. То есть мы через него пропустили соль. В операторской у Людмилы другая задача. Тут ведутся записи, оформляются наряды, следят за параметрами на мониторах. Ведь любые отклонения от нормы грозят серьезными последствиями. Здесь конкретно мы наблюдаем за уровнями, расходами, давлением. Здесь желательно, чтобы постоянно кто-то находился, потому что бывает, что и скачки давления, и расходы увеличиваются, мы их постоянно регулируем, убавляем, добавляем. Рабочий день аппаратчика достаточно насыщенный. И заключается он, как мы увидели, не только в открытии и закрытии задвижки, включении и отключении насоса. Ответственности, скажем прямо, немало. Но Людмиле работа нравится. Вообще интересная работа. Она действительно творческая работа. Очень многое зависит от напарника. Кто-то убежал, кто-то за монитором, кто-то на телефоне. Людмила достаточно щепетильно подходит к выполнению своих обязанностей, всегда на позитиве и никогда не боится сложностей.